можно отметить, даже желательно отметить, что в подобных шаманских посвятительных ритуалах много общего с ритуалами посвящения иных тайных обществ. Я мельком коснулся этого момента, что основа во многих, если не во всех вот таких вот сообществах, основа ритуалов, оно очень схоже. Потому что, еще раз повторюсь, который раз, что база, фундаментальная база архаических практик одна. Откуда она попала к нам, земным существам? Каким образом она попала? Можно очень много и долго гадать. Возможно, это были непосредственно люди иной цивилизации на планете, они учили непосредственно нас уже. Или это как-то каким-то путем, ну, я не, вряд ли это было печатное слово. Ну, в общем, каким-то образом, скорее всего, это были вот пришлые наставники, если можно так говорить. Как потом вот наши наставники, ну, восточные в первую очередь, выполняли миссию свою вот по внедрению и расширению вот этих знаний, ну, ровно в такой дозе, в такой дозировке, которая вот предполагалась, ну, нам, простым смертным, грубо говоря. Вот, и во всех вот этих системах, шаманских, и индийских, индусских, китайских, ну, это уже позже, неофит проходил такие испытания, как голодом. Это стандартно. Вот я могу эту аналогию привести на 1000% с даосским методом обучения и становления патриарха. Вот с детских лет выбирает опять же таким же образом тоже вот 2, 3, 4 посвященных высшего уровня старых патриархов. И ищут людей в разных регионах. Находят, отбирают и забирают с собой, и этот неофит проходит с ними год, два, три, четыре процесс обучения и становления. Вот нечто похожее, если мы говорим приземленным языком и не какими-то мифологическими терминами, мифологической концепцией, вот Христа, вот это, что нам Библия там и поведает, да, как вот эти старцы пришли, им там звезды показали, да, ну, очень грубо говорю, вот родился там ребенок в таком-то месте, такого-то, какого-то часа, такого-то дня. Вот это вот на него надо, грубо говоря, делать ставку. Вот так и получилось. Потом, естественно, Иисус Христос, как вот физическое лицо, он прошел, конечно, скорее всего, в Египте. Больше он вряд ли бы в другом месте мог бы пройти вот кое-какие эти курсы, будем так говорить, курсы подготовки. Вот везде вот эти вот варианты были. Ну вот в данном случае, еще раз говорю, по истязание голодом. Очень действенный такой рычаг. Различными наркотическими средствами вводили адепта в измененное состояние сознания. Но все мы знаем, что наркотик – это очень серьезный стимулятор. Вот. И ему при этом внушали мысль о том, что он мертв. И душа его пребывает в потустороннем мире. Вот под, допустим, наркотическим опьянением ему производили вот это внушение. И оно доходило аж до самой-самой глубины. Вот это вот внушение вот очень мощно вот под стимуляторами доходило. И потом вот выгнать и выветрить его, и выскрести очень сложно. Вот это психотерапевты подтвердят, что выбить вот эту матрицу. И это не обязательно, что вот под наркотическими эти. И вот такие программы известны, в какой-то мере это коснулось и меня, когда я служил в армии.
вот спецподразделения такие очень закрытые, готовят точно так же, вот внедряется установка. И не одна, она может быть разная, и разноплановая, и разноуровневая. И все, и человек этими установками может всю жизнь прожить, и дай бог, здоровым. Но, к сожалению, в большинстве случаев потом здоровье подгнивает, истощается. Но, тем не менее. А бывало, если есть необходимость, серьезные специалисты, которых, ну, считанные люди, могут вот это вычистить, эту программу, и как бы немножко выровнять жизнь человека, но все равно остаточные явления остаются, это тоже подтвердят. Серьезные специалисты, и если не будут лукавить, они подтвердят, что все равно ничего бесследно не проходит, не проходит ничего. Вот, вот такие вот средства были вот на первом этапе посвящения неофита. И когда вот ученик открывает для себя вот этот сакральный мир, ну, при помощи вот таких действий, манипуляций, и он уже должен не просто познать его, но приобщиться к нему, войти, вот, воссоединиться. Вот. И ему уже внушается идея, иногда он сам может себе это внушить, то есть запрограммировать, как бы аутотренингом заняться, о его одержимости мифическими существами. То есть он вот это сам себе или ему со стороны должны вот это внушить окончательно и бесповоротно. И вот эту священную одержимость он должен будет проявить через совершение безумных, ну в кавычках, поступков и демонстрацию сверхъестественных, опять-таки в кавычках, способностей. То, что вот западный мир очень многие моменты воспринимает как секреты, тайны. Я вот на примерах вот развития силы сухожилий, на примере открытия вот этих методик, когда я говорил, что очень чудушный маленький такой человечек может показывать чудеса физической силы, мускульной и сухожильной силы, чудеса выносливости, чудеса ловкости. Со стороны кажется, что это да, цирк. А это все реально. Вот то же самое, вот если говорить о сверхъестественных способностях шамана. Ничего сверхъестественного нету. Все поддается вполне разумному. Не вполне научному, потому что есть эти моменты, когда, ну, с точки зрения науки объяснить невозможно. И просто невозможно. Нет даже слов, которые могут охарактеризовать, не только, чтобы было еще и понимание вот этих всех явлений. Ну, опять-таки, это реалии жизни. Но, тем не менее, несмотря на наличие вот определенного сходства между вот различными посвящениями, даже вот шаманскими и ритуальными там, инициациями в других иных вот религиозно-мистических союзах, мы вряд ли сможем их отождествлять. Да и нам и не надо их отождествлять. Потому что переживание ритуальной смерти и воскресения в камской инициации психически более интенсивное. Оно более глубокое и яркое, и напряженная она, намного, на порядок, как минимум, на порядок выше всех остальных вот подобного рода практик. Вот, чем посвящение, еще раз говорю, в других вот тайных сообществах. И главное в шаманской вот практике – это развитие психотехника сакральной одержимости. Вот на основе вот этой базовой концепции шаманской практики, это сакральная одержимость. Впустив, ну, в кавычках, в себя духов, шаман не только демонстрировал некоторые сверхъестественные способности и воинские навыки, он, что отличает ритуализированную вот психотехнику других вот тайных союзов, в том числе и религиозных, что восточных, что западных. Вот. Вот это отличие было, и то, что шаман исцелял больных, находил в заблудшихся в дебрях людей,
прогнозировал погоду и так далее и тому подобное. И очень много еще вот таких, ну, как бы, сверхъестественных этих вещей он делал. И потом вот эти уже вот знания перешли на восток, вот китайцы, да, китайцы, в первую очередь, китайцы, до японцев это еще не доходило. То же самое вот неофитов по даосским этим направлениям, они тоже вот учились вот этим практикам. И нахождение, исцеление, то есть медицинский цигун, вот это ж откуда пошел, от шаманских всех практик пошел и медицинский цигун. И в большей мере даже и религиозный, и духовный цигун. Вот, медицинский цигун, еще раз повторюсь. Вот. Это все они переняли от шаманских практик. И та же даосская школа вот в этом направлении очень сильная, очень сильная. Они тоже чудеса сумасшедшие производили. Вот. Вот, ну, иными словами, вот спектр использования шаманами тайных, и вот именно использование измененного состояния сознания, а все, в кавычках, чудеса происходят только вот в измененном состоянии сознания, в таком нормальном вот состоянии, в обычном, как 99% общества живет, невозможно. Должен быть всплеск, или это должен быть экстремальный выброс адреналина, ну, грубо говоря, и человек способен на сумасшедшие действия, как на уровне психики, так и на уровне телесном. По-другому никак. Вот они использовали измененные состояния психики своей значительно шире, как я уже отмечал, уровень практик шаманских, они на порядок, как минимум, выше всех остальных. Равных нету. Равных нету. Как бы примитивно они не выглядели. И как бы примитивно, что восточный мир, что западный мир, уже более осовремененный смотрел бы на вот шаманов. Вот. Очень высокий был уровень. И, соответственно, функциональная нагрузка, еще раз повторюсь, камлани была огромная и предъявляла вот ученику такие же огромные требования, иначе, ну, человек в лучшем случае терял рассудок, а в худшем он просто мог и погибнуть. Вот неофит, не достигшись еще каких-то вот вершин, мог, ну, скончаться. Вот. Собственно говоря, именно к обучению всесторонне использовать вот это состояние измененное психики и сводилась прикладная подготовка шамана. Вот именно к этому вот все сводилось. Мы уже вот сквозь несколько раз на этом акцентировали внимание. Шаман учился использовать окружающий мир в измененном состоянии сознания. Вот то, что я вот говорил вот буквально только что. И осознавая такое восприятие, как голос духов, что отнюдь не мешало ему диагностировать и лечить болезни абсолютно материальные, на материальных телах вот, сородичей. И эта практика занимала очень важное место в деятельности шамана. Чутко реагировать на малейшие изменения метеорологических условий, понимать поведение животных и так далее. Я уже говорил, что десяток направлений, которые шаман обязан был захватывать и решать в той или ином виде, отрабатывать эти направления. Более того, неофит учился осуществлять вот в этом измененном состоянии сознания внушение, в том числе и коллективное. Он должен был уметь оказывать влияние на массы, на достаточно большое количество людей. Это тоже было необходимым качеством, необходимым навыком. Влияло на жизнеспособность племени. Вот. Если ему удавалось овладеть всем комплексом психологических умений и навыков такого рода,
то он становился настоящим шаманом и приступал к полноценной шаманской практике. Из приведенного вот мною краткого материала мы можем составить определенное представление о шаманской психопрактике. Ну, мы, в принципе, ради этого вот и изучаем, вместе с вами знакомимся, чтобы представить в какой-то мере вот эту психопрактику. Опять-таки, вот, как я, в общем-то, у меня вот направление, вот с прикладной точки зрения. Теория отличная, знания отличные, но без практики, ну, я не считаю нужным тратить время. Ну, это опять-таки, исходя из своего психотипа, вот, моего восприятия. Ну, то же самое, вот, как, допустим, практика без теории не будет качественной. И теория без практики будет мертва. Ну, это тоже сторог от мира. Вполне поддается разумным логическим объяснениям. И исходя из этой концепции, мы можем сделать вывод о том, что в центре данного психотренинга находится, конечно, техника экстаза. Подобная техника также стала применяться в дальнейшем и других, опять же, других мистико-религиозных течениях, в частности, вот в исламском суфизме он очень отчетливо виден. Мы вот в этой моей вот книге мы целый раздел будет уделен исламскому суфизму. Это очень мощное течение. Ну, ислам, считайте, вот, на уровне фактически христианства. Но в нем, вот я и говорил, да, восточных религиозных направлений, и в частности вот ислама, намного больше внимания уделяется воспитанию адепта именно в прикладном прикладном качестве. Вот, ну, мы этого коснемся и мы это рассмотрим, тоже очень интересное направление, очень интересное. Вот, и вот подобная техника, еще раз повторюсь, начала перениматься в другие вот эти духовные, религиозные практики. Ну, еще раз, попозже мы подробно достаточно поговорим об этом. А вот, в принципе, вот вхождение шаманами в трансовое состояние тождественно многим психотехникам адептов тайных, вот еще раз повторюсь, религиозно-мистических союзов. И об этом мы говорили выше. То есть я вот это периодически повторяю, что вы имели вы представление, что вот не воспринимать вот эту вот все эти знания, вот информацию, вот нечто там такое, знаете, как вот читайте вот беллетристику какую-то. Нет, чтобы вы понимали, что там ничего сложного нет. Не надо пугаться восприятия даже вот этих теоретических каких-то понятий, теоретических основ. Потому что вот 90% как минимум вот это все представляется вот даже в словесных таких образах, что это философ может понять. Там, ну, я не знаю, еще какой-то вот человек, который специалист, вот специализированно учился, его образ образования, вернее, вид образования, образ мышления и так далее и тому подобное, в общем-то, настроено на вот восприятие такой вот информации, таких знаний. Все это можно говорить очень просто, очень примитивно, очень простыми словами, если ты знаешь, реально знаешь суть вещей, о которых ты пытаешься говорить. Вот то же самое, если вот я начну обучать какому-то техническому приему, ну, допустим, в рукопашном бою, да, или с работой с отягощениями, с любой практической работой прикладной. Я смогу объяснить очень просто, примитивно, очень с простыми словосочетаниями, потому что знаю, как оно реально вот надо сделать и как оно пропускается через себя. То есть это говорит о том, что то, что я рассказываю и показываю, все это пропущено через меня, поэтому это очень просто, мой, как и любой навык, если человек владеет навыком, он очень просто, доходчиво, коротко сможет объяснить. Если человек не владеет, он не пропускает, он сам не знает, как оно должно произойти, вот даже на телесном уровне,
он не сможет. Можно философствовать сутками, но вы не сможете уловить вот зернышко, вот, в конце концов, как вот это действие сделать. А говорить красиво умеют очень многие. А вот показать, и еще более сложно, объяснить. Показать демонстраторы тоже очень много есть, достаточно серьезного, высокого уровня. Но не каждому дано способность объяснить. То же самое может быть, вот, если вот взять на уровне спорта, есть же огромное количество сумасшедших одаренных спортсменов и достигших колоссальных уровней вот, достижений, вот, званий, так сказать, вот, уровня мастерства и так далее. Но огромный процент вот из этой когорты славы будут не способны заняться преподавательской работой и научить чему-то путному и правильно научить вот ученику. Вот такой момент присутствует. Поэтому мы вот сейчас стараемся, я вот периодически как мантру повторяю вот определенные концептуальные моменты, чтобы оно, вы даже сразу можете не запомнить, оно как бы мимо ушей пройдет, или в одно ухо влетит, в другое вылетит, но это так кажется. Все равно оно осаживается. Вот отсюда зашло, и как бы вы считаете, что отсюда вылетело с левого уха, а оно вот здесь посредине осталось. Ну, образно говоря. Так что вот, поэтому я периодически повторяюсь, как бы оно может и навязчиво получается, и надоедает одно и то же слушать периодически, вот так. Вот так, по кругу, да? Ну, так надо, да, так надо. Вот, теперь давайте посмотрим, вот какими путями вот шаман доходил вот этого состояния, достигал состояния экстаза. Ну, во-первых, вот мы сейчас говорим о конкретных вещах. И в большей мере о телесных вот этих, тренировки, вот, грубо говоря, вот в нашем западном восприятии, тренировки. Вот, ритмические, интенсивные, зачастую изнурительные телодвижения. Вот мы сейчас вот перечислим, вот, какими путями достигалось. И при этом вот в этих вот движениях, телодвижениях там ритмических, шаман, вот, ученик осознается им самим и окружающими людьми, как движение человека, одержимого духом, ну, божеством, у кого как вот. В этих направлениях, духи, вам в христианской, это божество, а суть-то одна и та же, чтобы вы знали. И вот, вот при этих телодвижениях, долгих, монотонных, оно само по себе, вот это даже тоже раскачивание, оно вводит нас в такое состояние определенное. Ну, вот, состояние изменяется. То ли интенсивно, то ли не интенсивно, но вот один из вариантов, один из приемов. Второй прием – специфическое дыхание. Почему во всех восточных практиках, как духовных, как и боевых, и для учения, и, потому что есть цигуны ученых, огромное внимание уделяется дыхательным практикам. Это целая наука, сколько приемов дыхания разработано под разное прикладное значение дыхания для улучшения и формирования здоровья, дыхание для боевых искусств, дыхание для очищения ума, успокоения, для активизации умственных этих способности и так далее. И дыхание, специфические вот эти дыхания, оно играет главенствующую, можно сказать, роль вот в практике уже как бы к телесно-духовной практике. И вот третий момент можно отметить, это вот ритуальные песнопения. Ну, это очень много, вот я думаю, что вы сталкивались. И в христианской религии это очень распространено, в духовной практике. И в мусульманских, и в исламе, в буддизме, ну, в даосизме меньше. Вот вы это знаете, вот церковное песнопение, есть народные вот эти песни вот такого духовного плана, они тоже, это тоже медитация.
Песня медитация, музыка медитация. Только оно будет на более быть узкоспециализировано, направлено более глубоко на одну сторону, другую, третью и так далее. И, вот, и они вот эти песнопения иногда исполнялись на тайном языке, ну опять-таки в кавычках. То есть произношение определенных звукосочетаний, это тоже рассматривалось как голос духов или божественных существ. То есть в песнопении могли присутствовать какие-то вот звуки или даже голоса зверей, животных. То есть и подразумевалось ментально, что это вот как голос рассматривался, как голос вот каких-то божеств, духов и иных существ. Вот. И в достигнутом подобным образом измененном состоянии сознания, ну вот мы сейчас так быстренько, вот три только вот я момента указал, я могу еще 33 указать, но они уже такие более тонкого плана. Ну вот три вполне достаточно, чтобы войти. То есть войти вот это считайте комплексный аутотренинг, и позволяющий войти вот в измененное состояние сознания и дальше решать те задачи, которые необходимы на данный момент, на данный час, на данную минуту. И вот в этом состоянии шаман становится способным воспринимать те внешние, ну условно, раздражители, которые не регистрируют сознание, находящееся, ну вот, в стабильном состоянии, как вот стандартное состояние психики каждого из нас, ну, в таком ровном состоянии. В этом состоянии мы ничего не сможем такого сверхъестественного сделать и выпрыгнуть выше вот средней вот такой ровной планки. Вот. Воспринятую при этом информацию, ну, естественно, шаман осмысливает мифологически, как исходящую от духов или божеств. То есть вот это та прививка, ну, образно говоря, которому ему с детства вот прививали. Все это он исходит с колокольни, что это вся информация исходит от духов и божеств каких-то. Вот. И эту способность видеть мир глазами духов, опять же образно говоря, шаман должен был демонстрировать уже во время своего посвящения. То есть вот в момент, вот как вот выпускной экзамен, да, вот, преддипломная работа, да, или вот защита диплома, вот он уже должен на этой фазе финальной, он должен был уже продемонстрировать всю вот накопленные, все свои накопленные и теоретические, и практические навыки. Вот. Ну, например, вот ему надевали на глаза специальную повязку и давали в руку палку. И выводили под открытое небо. Он должен был попасть из лука в подвешенную оленью шкуру. То есть он не видел, глаза закрыты, ничего не просвечивается, никакой зрительной информации нету. И он должен был попасть вот в эту оленью шкуру подвешенную. Вот таким образом он как бы ритуально убивал душу оленя, из шкуры которого впоследствии шили шаманскую парку. Вот. Материал вот для парки. И как отмечал тоже исследователь такой Попов, это дело чрезвычайно сложное и трудное, непосильное для слабых шаманов. То есть это тоже был, тестировали уровень шамана. Вот. Неотъемлемой частью камлания являлась демонстрация сверхъестественного могущества шамана, подобно ритуальному показу сверхъестественной человеческой силы, членов тайных религиозно-мистических союзов. То есть это все практиковалось, и опять же повторяюсь, во всех вот этих союзах, во всех обществах, где вот практиковались такие тайные и высшие знания. Иногда эта демонстрация была прямо связана с воинским искусством шамана, и в любом случае именно по ней можно было судить об эффективности шаманского психофизического тренинга.
Вот действительно, в разных сверхъестественных поступках шаман позволял способствовать, был способен проявлять максимально свою мобилизованную собственную психотехническую мощь, свой собственный потенциал. Вот именно вот в таких вот действиях, в таких вот тестах. Вот. И сознательно использовать его вот в ритуальных целях, иначе смысла не было. Все вот эти тренинги, весь этот результат был направлен чисто в практическое русло. Цели были сугубо практические. Вот. Шаманы североамериканского племени, сейчас я вспомню, Павионца, по-моему, назывался Павионца, да, такое экзотическое название. На глазах у изумленных вот бледнолицых, то есть нас с вами, которые там по воле там непонятной судьбы или там по воле Бога мы попадали вот на эти земли, они просто с ума сходили. То же самое, как мы на первых порах смотрели выступление, демонстрацию этих всяких фокусов, в кавычках, и индийских факиров. Для нас казалось, что это сверхъестественные вещи, что они эти, ну вот эти шаманы брали в рот камни, угли раскаленные, там без каких и горячие угли, без всяких последствий раскаленное железо к телу приставляли, прижигали, никаких последствий, протыкали тело насквозь саблями, отточенными этими прутами металлическими, и много-много-много таких, ну, вещей, которые в голову нормальному человеку прийти не может. Вот. А вот шаманы южноамериканских племен Ямана, которым овладевает этот дух-покровитель, там у них есть, ну, сложное название, могу не вспомнить, и Фичел, по-моему, вот, да, во время вот камлания способен ходить босыми ногами по огню и глотать раскаленные угли, еще раз повторюсь. То есть вот, вот эти все факирские заморочки, это все вот оттуда, вот это. Хотя вот в самой индусской философии вот эти вот циркачи, они не пользуются авторитетом большим. Хотя это, они показывает возможности вот человеческого организма, человеческого существа, но, ну, масть в них, ну, так говоря, жаргонным языком, невеликая вот в мире вот этих индусских, этих посвященных. Вот. Что еще можно вспомнить из чудес, вот, ну, в кавычках чудес, опять-таки, вот они вот когда демонстрируются, безусловно, в массе, там, современникам или там и иным зрителям со стороны, вот, показывают могущество, конечно, сверхъестественное могущество шамана, это демонстрация, в общем-то, да, и основывается на способности шамана внушать себе все вот эти известные качества вот в измененном состоянии сознания. Вот. Но этим, вот только этим и такими спектрами шаманских чудодействий не ограничивается. Это так вот поверхностно, относительно. Вот. Иную группу магических этих свершений оставляют чудеса, явившиеся вследствие удивительного владения шаманом собственным телом. Вот. Прежде всего речь идет о, опять же, в кавычках, сверхъестественном освобождении от пут, которым славились шаманы эскимосов, вот, ненцев, хантов и других народов севера. Ну, они дошли, в принципе, до наших дней, эти народности дошли там, конечно, уже не в том количестве, что это было лет 100-150-200 лет назад. Вот. И в нем вот проявлялась их способность расслабить мышцы и смещать кости в суставах рук и ног. Опять-таки, вспомним индийские практики йоги, йогические практики,